Холодная медуза в соусе. Летом нужно отведать вкусную прохладную закуску. И холодная медуза в соусе заставит вас почувствовать свежесть морского бриза. И вам понадобится китайская капуста, шинкованная медуза, морковь, уксус, масло из острого перца и кунжутная паста. Вначале нашинкуем китайскую капусту и морковь. Чеснок разобьем ножом. Затем приготовим соус из уксуса, соли, кунжутной пасты и масла из перца. Ошпариваем морковь и обсушиваем. Добавляем капусту, шинкованную медузу, наливаем соус, размешиваем, посыпаем кинзой и блюдо готово.